Новый год в больнице. Не так уж и обидно, если и сюда заглянет праздник. Глава района Андрей Дорошевский вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили маленьких пациентов детского отделения Северской ЦРБ. Здравствуйте, красавцы и красавицы! Да, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Сейчас лечение в стационаре проходят 9 юных пациентов с родителями. И каждый из этих ребят нуждается в поддержке и положительных эмоциях. Хочу пожелать, чтобы вы скорее выздоровели, были уже дома со своими близкими, родными, семьей. Вот. И я загадаю желание обязательно под елочкой Новый год, чтобы не болели, были здоровы. С наступающим вас Новым годом. И примите самые искренние слова и пожелания. Чтобы у вас все сбылось, загадывайте желания под Новый год, Дед Мороз обязательно исполнит. Детям вручили подарки и мягкие игрушки в виде символа наступающего года. Выразил признательность за работу, поздравил с наступающими праздниками глава района и медицинский персонал отделения. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы все у вас было хорошо, чтобы в семье у вас все было хорошо, чтобы сами вы не болели, чтобы близкие, родные были всегда рядом с вами. Главный врач Северской центральной районной больницы Манолис Ананников поблагодарил главу района за внимание, которое уделяется сфере здравоохранения. Кстати, во всем детском отделении в скором времени заменят окна из деревянных на новые металлопластиковые. Пару коробок с подарками от администрации района отправятся также и в детское инфекционное отделение. А Дед Мороз со Снегурочкой, покидая здание больницы, прошлись по коридору первого этажа, порадовав детвору, пришедшую на прием к врачам.